мадемуазель, он математик. Ну, в общем, нам что у квартиры нравилось, что она, да, то есть территория есть, большая, ага. Частная комната, это замечательно. То, что мне понравилось по поводу телевизора, я сказал, что, то есть, если не знать русский, да. Там понять ничего нет. Ну, понятно, я, ну, понимаю, да. Русский, мне там интересно. Да, нужно поставиться. А, там ребята, допустим, не понимают ничего, им не интересно. Это лучший способ учить язык. Это смотреть телевизор. Они же не мебели, то есть они ненадолго. Но серьезно, мебель нужно поменять. Мебель поменять. Какую? Какую? Часто. Вот в зале совсем не... Диван. Ну, диван и кресло тут. Кресло новое сделать? Это новое? Дальше качество плохое. Плохое качество. Новое. Плохое качество. Ну, так нормально. Проблема была с колонкой. То есть она с колонкой часто падает давление. Ага. И два раза пришлось вызвать мастера, пока я научился справиться. Уже два раза. Сегодня или вчера. Не мало опасно. Ну, то есть, даже если не опасно, то просто когда человек не знает, что это за давление. Ну да. Показать надо было, конечно. Так, а откуда вы еще раз? Сырака? Сырака. Мы Сырака, да. Очень приятно. Давно не приезжали Сырака у нас люди. А так квартира уютная, красивая. Красивая. Ухаживанная, все красиво. То, что не понравилось, вот сказали. Спасибо большое, спасибо.